Всем привет, друзья! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня секреты. Это даже не секреты, это что-то большее. Это то, что заставит вас поиграть в эту легендарную игру Skyrim заново, с новым интересом. Да, ребят, это тот же самый Skyrim. Skyrim легендарный. Skyrim Special Edition, но это та же самая игра. Special Edition более мощный, с новыми эффектами, новым освещением, но легенда это легенда, как говорится. Многие остались на ней, многие просто-напросто поустанавливали разные моды. Но я сейчас вам расскажу, как вернуться в эту легендарную игру. Начать проходить с первого уровня. С новыми чувствами. С новыми! Что для этого нужно? Для этого нужно Skyrim легендарный или Special Edition. Как видите, это мое стандартное прохождение. Я просто заново начал проходить за орка. Иногда вывожу стримы, но, увы, на моем канале вы прохождение этого не увидите. Я просто сам вне эфира уже играю. Простите. Ребят, для начала. Этот способ не требует никаких модификаций. Хотя в Special Edition это довольно легко можно сделать. Там уже не нужно никакие папки перебрасывать. Все, можно зайти, зарегистрироваться и поставить для себя удобный мод. Но, ребят, я вам предлагаю поиграть с новым интересом без модов. Совершенно без модов. Самые главные фишки это три. Три фишки, которые вы должны сделать. Три движения, которые вернет интерес данной игре. Первое. Я думаю, многие уже догадались, что всего лишь навсего нужно зайти в систему, в настройки и в сложность игра поставить не ученик, не адепт, не эксперт и даже не мастер. Поставить легенду, ребят. На легенде реально играть даже с первого уровня, если вы уже проходили несколько раз, и даже на легендарной, все равно вам будет интересно. Почему? Да потому что мы еще до второго пункта не добрались. Да, включили легенду. Окей, хорошо. Едем дальше. Заходим также в настройки. Экран. И берем ползунок яркости. Уменьшаем. Уменьшаем полностью, ребят. Полностью. Это добавит новый шарм. Новое освещение. Такое ощущение, что вы просто поставили HD текстуры. Без каких-то либо модов. Ну, настройки мне максимальные. Вы только посмотрите на этот мир. Он стал более реалистичным. Я, конечно же, рекомендую играть в такой Skyrim только вечером. Только при минимальной освещенной комнате или вообще все повыключайте, оденьте наушнички или настройте вашу аудиосистему. Играйте так. Музычку сделайте не сильно громко, но это еще не все, ребят. Для того, чтобы по-настоящему понять, что такое Skyrim и не пользоваться какими-то фишками, которые упрощают нам жизнь, мы заходим еще раз в настройки игры. Экран, непрозрачность, худ. Да, ребят, да. Мы просто-напросто это все убираем. Скажите, серьезно? Да, ребят, серьезно. Это не для тех, кто хочет просто так играть на изи. Это для тех людей, которые уже много раз прошли и хотят познать что-то новое, что-то уникальное, что-то хардкорное. И жизни здесь вы теперь сможете увидеть только в навыках. И не будете контролировать ваше здоровье. Легенда. Минимальное освещение, где вам придется использовать факел. Придется! Эту вещь, которую вы никогда не использовали. Вау, сегодня мы проэкспериментируем на Special Edition и на легендарном издании. Такой вот режим. Я играю за орка. У меня немножечко он прокачан, у меня всего лишь 11 уровень, но
На сложности легенда, ребят. Это ой как тяжело. Тяжелая броня немножечко прокачана, щит немножечко и одноручное оружие. Ну и само собой стрельба, так как я недавно получил эбонитовый лук на легенде. Это было очень сложно, 2,5 часа, очень сложно, ребят. И пойдемте. Как мы видим, там какой-то маг с кем-то дерется. Ну, мы не будем его отвлекать. Мы просто залутаем то, что у нас здесь. Ага. Возьмем все вещички и отправимся в эту пещеру. Господи. Когда вы играете в таком режиме, вам ничего не мешает. Вы действительно чувствуете Skyrim такой, какой он должен быть. Темный, мрачный, страшный. У вас нет никаких полосочек, индикаторов, то, что там где-то рядом враг. Вы этого не видите, вы играете как в реальности, потому что в реальности таких технологий просто нет. Да еще тем более в этом мире, в Skyrim, в мире древних свитков. Если вы хотите что-то осветить, вам придется достать факел. Потому что он хоть чуть-чуть, но освещает. Если вы хотите прятаться, вы его убираете. Тут кто-нибудь есть? Тут у нас маги. Маги, это, конечно, проблематично. Ну, давайте изнем ярость. И попробуем. Быстро. Быстро с ней справиться. Я, наверное, зря изнул. Ну ладно. Когда вы играете за орка, и я считаю, орк это самая сильная раса из воинов, потому что у них есть уникальная способность, это ярость берсика. В течение 6 секунд вы получаете половину урона, а сами наносите двойной урон. Ни у кого, нету такой плюшки, потому что для воина самое мощное это урон. Это урон, вы подошли, ударили, и он умер. А не выносливость там какая-то, или еще какие-то плюхи. Только урон. Орки хоть и страшненькие, но вы всю игру на них не смотрите. Вы играете за воина. За легендарного воина. Давайте попробуем теперь проверить этот режим сложности на легендарном Skyrim. Сейчас вернусь. Ну что, ребят, это легендарный... Легендарный стандартный Skyrim, самая последняя версия и на максимальных настройках. Давайте зайдем в настройки и тоже поставим на сложность легенда. Дальше в параметры экрана мы сделаем освещение на минимум и уберем. Уберем все, прицелы, субтитры, все, что могло бы нам мешать. Конечно, все как-то по-другому. Special Edition более контрастный. Легендарный не такой темный. Как он, конечно, будет смотреться в подземелье, сейчас мы заценим. Потому что, ой, как оно мне пригодится. Так, ребят, это легендарный. Так, тут этот мах тоже с кем-то дерется. Интересно, с кем ты там дерешься? Жалкая блоха. Отстань, жалкая блоха. 64 уровень. На самом деле это мое стандартное прохождение. Ух ты. Освещение здесь намного больше, намного ярче. Все-таки в легендарном освещении не такое темное, как в Special Edition. Special Edition, ребята, более темное, более мрачное. И это очень заметно. Ой, как очень. Тут, кстати, у нас маг. Я вообще собираюсь умирать. Нужно было добивание сработать, но нифига не сработало. Ага, здоровье, кстати, у меня на максимум. Нормальненько. Ты что, еще живой? Что, мать его, происходит? Вот только мы его добили.
Вот это да. Вау. Как же оно вот это вот мне нравится, все эти эффектики. Но ярче. Ярче, согласитесь. Намного ярче. Special Edition более темный, более контрастный и более мрачный. В этом плане. Ну, конечно, там же новые эффекты с освещением. Воу! Все равно меня завалили. Все равно. Вау. Ну что, ребят. Ладненько. Я думаю, вам показал два примера в пещерах. И тут 100% нужно пользоваться освещением. Но поверьте, если вы начнете играть в Skyrim, хоть на легендарной сложности, точнее, хоть легендарный, хоть Special Edition, но, конечно же, я рекомендую только Special Edition, потому что свет там просто обалденный. Ну, для легендарного нужно ставить мод. А в Special Edition там все хорошо. Если вам немножечко это видео понравилось, ставьте лайк и попробуйте этот невероятно хардкорный режим. Я думаю, вы будете в него играть десятилетиями. Потому что так просто его не пройдешь с таким вот режимом. Интересно, кто-то рискнет выпустить такой вот геймплей? Представьте, за лучника играть. Без прицела! Ну все как в жизни! Ладненько, друзья. Всем счастья, здоровья и пока.